Друзья, и наконец-таки последняя распаковка моей посылки. Я уже догадываюсь, что там находится. Скажу вам так, находится там штатив. Штатив был заказан за $10.75. Это обыкновенный фотоштатив. В общем, мы выходим на новый уровень съемок нашего видео. Поэтому пришлось заказать штатив. Итак, давайте же посмотрим посылку. Сразу хочу отметить, что с бесплатной доставки я заказывал этот штатив. Итак, вот такая вот посылка пришла. Убогая. Упс. Так, итак, давайте же посмотрим, что там внутри. Как таковой видеообзор я не буду создавать на этот штатив, потому что марка довольно-таки распространенная, очень простая, очень дешевая. Все его видели неоднократно на других источниках видео, поэтому, итак, моя посылка сегодня вот такая. Итак, вот так она была запакована. Разрезаем. Это сразу в сторону. Так, вот такой вот чехол шел в комплекте, как и было изображено у продавца на сайте. Вот. В общем, вот такой вот штатив. Всем известной вам марки, кто занимается данной аппаратурой. Вот, вот такой вот штатив. Попробую. Крутится, расставляется. Вот. Вот такой вот штатив. Видео у нас, я надеюсь, будет более высокого качества благодаря такому штативу. Посылки будут, скорее всего, дороже, лучше. И все будет хорошо. Итак, друзья, если вам понравилось мое видео, всех моих посылок, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, рассказывайте друзьям, делитесь в социальных сетях ссылками на мое видео, оставляйте комментарии, задавайте вопросы, пишите, общайтесь. До новых встреч!